В феврале этого года OpenFC уже проводили в Барнауле. Турнир получил массу положительных отзывов от болельщиков, поэтому организаторы не стали откладывать в долгий ящик. Правда, в этот раз вместо Титов-арены турнир переезжает в Темп. Причина веская. Там единственный большой плюс, в нем тепло. Спортсменам комфортнее в разы будет, да и организация придет более проще. Тут только одно. Ну и это травмоопасно, когда в помещении холодно. Главный бой вечера – Россия против Бразилии. Данила Приказа, действующий чемпион лиги, против опытного бразильца Джонаса Боэна. Соперник нашего бойца прилетает завтра. И кое-какие преимущества у россиянина есть. Да, более симпатичный, наверное. Слушайте, касательно спортивной части, конечно, я здесь прошел сбор. Это полноценный месяц тренировочный. То есть в этом лагере готовимся все вместе к этому турниру. Шараф нам помогает. И многие ребята, кто готовится к своим другим боям в разных других организациях, тоже здесь находятся. Помогаем друг другу. Многих интересует вопрос о гонорарах бойцов. Однако узнать точные цифры не удалось. По контракту сумму разглашать нельзя. По словам организаторов, нулей там достаточно. Через пару дней файтеры выйдут в октагон и по-мужски разберутся, кто из них достоин стать победителем. Ирина Корчагина, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.